Здравствуйте, дорогие друзья, с вами опять Розик, восстановление данных в Одессе. Выходило у меня видео на тему SSD Refresh, Backup Trim Restore. И поступил запрос от подписчиков, а нету ли какого-то более такого колхозного метода, совсем для чайников, чтобы не мучиться вот это с бэкапами, стримами, с ресторами, чтобы вообще диск не извлекать из компьютера. Если вообще нету запасных каких-то дисков, нету свободного места, вот отрефрешить и все. Честно говоря, я сам до конца не был уверен, что возможно такая вот колхозная метода, пока мне на YouTube-канале моем один из подписчиков не подсказал программу DiskFresh. И оказывается, с помощью DiskFresh можно отрефрешить даже системные SSD. Это довольно несложно. Единственное, что... Я не знаю, как эта программа будет вести на себя на SSD, если на SSD, к примеру, вылезли бэд-блоки. Поэтому перед запуском программы я настоятельно рекомендую проверить состояние SSD вашего системного с помощью программы Victoria. Запустить программу Victoria, запустить просмотр смарта, запустить тестирование поверхности чтением, вот, и убедиться, что на SSD бэд-блоки отсутствуют. Понятное дело, что если SSD подуставший, график будет рваный, именно с этим мы будем бороться рефрешем, но бэд-блоки, я говорю честно, я не знаю, как DiskFresh будет вести себя на бэд-блоках и чем это все, чем эта вся процедура закончится, если он на бэд-блоки нарвется. Считаем, что мы проверили наш SSD, и у нас все хорошо с поверхностью, с чтением. Теперь мы запускаем программу DiskFresh. Ссылка на нее я оставлю в описании к нашему видео. Выбираем Physical Drive, наш один-единственный системный диск. Не букву диска. Мы хотим отрефрешить весь наш драйв, поэтому мы берем RAW-устройство, сырое устройство. Целиком ставим на нем галочку и нажимаем педаль Refresh Selected. Отрефрешить выбранное. Здесь Just Refresh целиком все, либо же Refresh Range. Разумеется, Just Refresh рефрешим целиком всю поляну. И вот так запускаем рефреш нашего системного SSD, даже не вытаскивая его из корпуса. Лично мною эта процедура проверена корректности работы. Действительно, абсолютно корректно забирается с нашего системного SSD блок в буфер программы. И этот же блок потом возвращается на родину. После этой процедуры Windows не рушится, не крашится, в синий экран не падает. После окончания этой процедуры... Когда прогресс-бар у нас дойдет до самого конца, мы получаем освеженный SSD, даже не вытаскивая его из нашего компьютера. В общем, такое получилось видео Refresh SSD для чайников. Всем, кому оно понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому не понравилось, пишите проклятие, минусуйте. Я с радостью принимаю любую реакцию. С вами был Розик, восстановление данных в Одессе. Всем всего хорошего, друзья. До новых встреч. До свидания.